www.mobilefunk.ru. Все больше интерес у пользователей в последнее время вызывает новый класс мобильных устройств, так называемые гибридные решения, смартфон, он же планшет. Компания Samsung представила устройство средней ценовой категории с мегабольшим экраном под общим названием Galaxy Mega. Габариты двухсимочного Samsung Galaxy Mega 5.8 составляют 162,3 на 82,6 на 8,95 мм, вес 182 грамма. Дисплей с диагональю 5,8 дюйма и HD-разрешением 960 на 540 может похвастаться насыщенными яркими цветами. Потенциал большого дисплея в полной мере раскрывает и планшетный интерфейс, позволяющий одновременно работать с несколькими приложениями. Девайс получил новую версию операционной системы Android 4.2.2 и обновленный интерфейс TouchWiz Nature UX с большим набором фирменных приложений. Samsung Galaxy Mega 5.8 базируется на двухъядерном процессоре Broadcom с частотой 1,4 ГГц и имеет графику Video Core 4. Объем оперативной памяти 1,5 ГБ, встроенный 8 ГБ. В наличии слот расширения с поддержкой карты до 64 ГБ. По коммуникациям здесь полный порядок, имеется модуль Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC и GPS. Используется съемный аккумулятор на 2600 мАч. Galaxy Mega 5.8 оснащен двумя камерами, основной на 8 мегапикселей и фронтальный на 2 мегапикселя. Традиционно для Samsung качество съемки отличное. Модель поддерживает Full HD видеозапись 1920 на 1080. www.mobilefunk.ru